В пятницу переменная облачность. Днем жителям Брестской и Гродненской областей рекомендую захватить зонты. Ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Влажность от 40% по востоку до 80% по западу. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится. К 8 утра температура будет уже выше 20 градусов. По Витебску и Гомелю столбик термометра поднимется даже до 23. К середине дня воздух вновь накалится. Ожидается от 23 по юго-западу до 31 по юго-востоку. В столице 29 градусов тепла. К вечеру температура упадет лишь на пару градусов. От 22 в юго-западных районах до 27 в юго-восточных. Выходные влияние неустойчивой и теплой воздушной массы сохранится. Почти повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. Температура воздуха в субботу ночью 14-20, днем от 24 по юго-западу до 32 по востоку страны. В воскресенье в северных и юго-западных районах до 22. В начале следующей недели в страну начнет поступать более прохладный воздух со Скандинавии. И столбик термометров опустится до 18-25. А лишь в южных районах будет немного теплее. И у меня все. Еще больше информации о погоде не только в нашем телеграм-канале «Рябов ответит».